На улице Шубиных полным ходом идет благоустройство новой аллеи. Аллея славы спасателей. Инициатором проекта стал Ивановский институт противопожарной службы. С воплощением его в жизнь помогла городская администрация. Основой для будущей аллеи станет разделительная полоса по улице Шубиных напротив института МЧС. Сейчас идет укладка тротуарных дорожек, а затем будут установлены постаменты с образцами пожарной техники. Благоустройство аллеи обойдется бюджету в 4 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены к сентябрю. На этом далеко идущие планы относительно аллеи не закончатся. На следующий год мы планируем разработать проект установки памятника погибшим при исполнении служебного долга. У нас у каждого есть свой памятник. Есть памятник погибшим в Афганистане, в Великой Отечественной войне, на пожарах наших погибших выпускников. Вот. Но нет общего памятника погибшим при исполнении служебного долга, потому что служебный долг выполняют не только с оружием в руках там, или с пожарным стволом. Погибают сотрудники внутренних дел, погибают сотрудники других ведомств. Поэтому мы вот решили выйти с такой инициативой. Дальше будет здесь детская площадка, высажены будут деревья, было благоустроено все. Ну, такое начало очень большой работы, связанной по благоустройству родного города.